Фотомастацтва не только технология. Каб зваться мастером, мало уметь корыстаться фотоаппаратом, лишь могилевский фотограф Игорь Богомазов. Для его фотография сапраўдное мастацтва малявання святлом. Менавіта гэтаму ён вучыць наведвальнікаў сучаснага фотогуртка. Мне хочется детям помочь, увидеть красоту, показать ее тонкости, показать ее грани, потому что каждый человек талантливый, и у каждого свое видение. И я хочу им помочь увидеть это. Праз фотоздымки. И каб яны атрымаліся якасныя, на самой справе не мае значэння, на што здымаць. Галоўнае, як, якімі рукамі і з якім настроем. Святло і тень для фотографа свайго роду палітра і пензель, з дапамогай якіх нараждаецца цуд. Сейчас вы видите, как изменяются черты лица модели. Самая любимая моя световая схема – это голливудский свет. Благодаря свету мы можем видеть различные, допустим, мимические черты лица, объем лица. И вот благодаря свету мы можем даже вот взять одного человека и сделать свет так, чтобы просто вот его можно не узнать на фотографии. Занятки проходзяць у професійнай фотастудыі. Гэта абавязковая умова праграмы. Менавіта тут можна навучыцца фатаграфаваць звычайныя рэчы незвычайна. Мандарин, когда я аккуратно разделяла, и я положила как бы с другой стороны, то есть мандарин там есть одна сторона, а есть, то есть внешняя и внутренняя. Вот эта лава, она, это внутренняя. И я положила на лампу и увидела, что, вот я вижу текстуру. Если ее немножко надломать, можно увидеть, будто это какая-то, лава. Подлетки народ непросты, и часам их тяжко затекавить. А лишь частей за все им достаткова подтрымки дорослых и разумения своей уникальности и значности. И тады прыйдзе поспех у любой справе. Татьяна Смоловская, Миколай Соболев, новины региона.